Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, у нас 33-я серия Trader Life Simulator. И в этой серии мы с тобой посмотрим на обновление, которое вышло. Если ты будешь слышать шумы на заднем плане, это гроза. Это гроза, просто вот она очень громкая, солнце светит. Дождь льет, тут просто вот как из ведра, у меня аж вибрация по полу идет, какой дождик сильный. Значит, смотри, обновление заключается в чем? Добавили 4 позиции в электроник магазин, вот это вот. Добавили 2 консольки игровые и 2 джойстика. Естественно. Ого, а вот это вот я не видел. Вот этого мы с тобой всего не видели? Или видели? Погоди, этого я всего не видел. То есть для меня-то это прям обновление. Хотя по факту-то. Гейминг консоль. Но вот это похоже очень сильно на 5-ю плойку, а вот это мы все с тобой не видели вообще. Телевизор-то видели, ладно. Так вот, заключается это обновление в том, что здесь добавили, вот прям конкретно в этом обновлении, вот эту вот полку, я так понимаю, и добавили все, 4 магазина, 4 товара в магазин электроники добавили. Следующее, что добавили в этом, не добавили, а изменили. Это то, что здесь теперь нельзя будет покупать нам электронные товары, вот эти все, если наш рейтинг магазина менее 50%. И, естественно, обновили телефон. Что-то там в телефоне теперь есть, шоп-рейтинг 71. И в лаптопе такая же херота. Короче, смотри, если ты не подписался до сих пор на мой канал, естественно, сделай это, подпишись. Поставь лайк, прокомментируй. И мы с тобой давай поиграем-ка в это все дело. Денег нет, но вы держитесь, поэтому купим калькулятор и пойдем в магазин. Поиграем мы с тобой сегодня полчасика где-нибудь плюс-минус и все, и хорош. И больше мы с тобой сегодня играть не будем в эту игру, потому что я-то думал, что здесь добавили второй этаж. Я-то думал, что здесь прям реально крупное обновление какое-то, прям серьезное, вот это, которое обещали, майские праздники, майское обновление, все дела, то есть давай, снимай. Я приезжаю домой, значит, смотрю там, что там, к чему и почему, и думаю, что-то как-то там странно все это дело, весит 20 мегабайт и больше там, типа, нет ни хрена. Думаю, ну ладно, может быть, так это уместили. Компактное какое-то обновление получилось. А потом смотрю. Update is here написано. Где там написано все обновления, которые были в этом заходе. Я смотрю. А там добавлено-то всего ничего. Там добавлено-то всего ни хрена. И я думаю, ну блин, ничего себе. Вот это да. Обманщик-разработчик получается. То есть он, я так понимаю, нас за дураков совсем держит. И говорит, что майское обновление будет самым крупным. Там добавят второй этаж, что-то там еще, короче, добавлять должны были много всего. А тут, опа, май наступил, а обновлений второго этажа у меня так как не было, так и нет. Но, несмотря на все это дело, я решил все же записать эту чудеснейшую игрушку, чтобы уж... а почему бы нет? Кстати, о, дверки какие-то. А, я так понимаю, здесь будет как раз вход на второй этаж. Push to open. А куда нажимать? А, не нажимается. Ну и ладно. Кстати, если ты до сих пор не выключил это видео, то ты меня смотришь. Это факт. Сегодня будет стрим в 9, полдевятого, в 9 где-то плюс-минус ориентировочно. Заходи ко мне на канал, смотри там часиков в 7 по МСК предупреждение. Возможно, часиков в 7 я напишу точно, когда будет обновление. И все, в принципе, приходи на стрим. Как иначе? Нельзя иначе. Никак. Никак и нельзя иначе. Заходи на стрим, смотри, мы будем проходить раф до конца. Уж я так понимаю, до конца. Потому что у нас остался всего лишь один... Ой, всего лишь один остров. Закончим с рафтом, пойдем в сабнавтику. Пока что все идет по плану. А там уж как пойдет, посмотрим. Корм для кошек. А куда я хотел их складывать вообще все эти...
это сюда я складываю корм для кошек? Ну ничего себе. Я уж забыл, как играть. Представляешь, я забыл, как играть в эту игру. Я помню, что я складывал только ровно все товары здесь. И все, больше ничего не помню. Прям руки-то отвыкли от этой игры. Представляешь, руки отвыкли. Это как на велосипеде кататься, короче. Как на велосипеде кататься? Я вот не катался на велосипеде, наверняка больше и не смогу сесть кататься. Надо заново учиться. Да, здесь через одну стоит потому что не влезает иначе как... Лакомство для пёселей. Давай поставим вот сюда вот лакомство для пёселей, потому что здесь у нас товары для животных. Потому что я так захотел. Естественно. Сейчас будет у нас с тобой короткая пауза. Так вот, пауза закончилась. И мы с тобой продолжаем раскладывать лакомство для собаков. Для собакинов, для наших пушистых, маленьких, ой, друзей. Четвероногих. Так, ну, в принципе, нормально выглядит. Корм для кошек, сухой корм для кошек. А сухой корм от мокрого как отличается? Лишь размером, да? Но он тоже не влезает, так что у нас вариантов никаких иных нет. И поэтому мы опачки промотался. Я, конечно, с электроникой. Ты это слышишь тоже, я прекрасно это понимаю. Ты представляешь, как мне страшно здесь? У меня аж стены трясутся. Кошмар вообще, кошмар. Иначе не скажешь. Так, что я хотел сделать? Мне аж страшно стало. Ты представляешь, гром гремит. Кусты трясутся. Что там делает? Ага. Там работает спецназ. Так, сухой корм для собак. Да я не знаю, зачем я это все выкладываю. Пусть стоит здесь. Но почему бы не выставить весь товар на пол? У нас чипсы вон до сих пор стоят на полу. И ничего страшного. И клиентура вся довольна, хочу заметить. Здесь декор, в принципе, бесполезен абсолютно какой-либо, потому что никто не обращает внимания на это все. Булочки. Булочки? Булочки с корицей. Булочки с корицей будем ставить вот сюда. Вот сюда будем ставить булочки с корицей. Там же можем. Синнабоны. Так, синнабоны я люблю. Хотел бы синнабончиков сейчас поесть. Ну, готовить лень, естественно. А покупать у нас нигде не продают. Чтоб прям взять да пойти докупить. Представляешь, какая беда? Вроде купить хочешь, вот пойти докупить. Ну то что, в чем проблема, да? Казалось бы. Казалось бы, вот возьми да пойди докупи. А нет, негде покупать, негде покупать. Вот проблема современного общества. Негде купить синнабоны. Угу. А ты думай. Ванильные печенья. Ванильные печеньки мы поставим где-нибудь вот... пожалуй, вот здесь. Рядом с синнабонами. Почему синнабоны продают вот в таких упаковках, правда, не ясно. Мне кажется, они должны быть в каких-то пластиковых таких контейнерах, чтобы они там не помялись или что-нибудь еще. Или же это просто на типа набора для того, чтобы испечь их. Тогда это вообще глупо. Зачем рисовать, вот, что получится, если у тебя может такого не получиться. Интересно. Интересно, непонятно и... Ладно. Мы с тобой должны съездить на ферму в этой серии. Посмотреть, что к чему там. Посмотреть на авторынок, на автопарк. Кстати, можно сейчас карту открыть да посмотреть. Ничего не добавили там по карте. Ну, потому что наверняка, может быть, что-то добавили. Давай, мы... О, карту-то изменил, Стель, смотри, какая красота. Vegetable shop, electronic shop, это мы знаем. Phone shop, laptop shop, фармасии, это мы знаем. Фудкарт, это где фудкарт? Мы с тобой находимся где сейчас? Мы где-то вот здесь, вот тут. Фудкарт, это... А, ну это вот точка, где пожрать можно. А вот... Угу. Типа вот это, да, животных продают. А, это что такое? АТМ. А, это банк, банкоматы, я понял. Так, ну здесь ничего, в принципе-то, нового не добавили. А вот это что такое? Толстшоп. Ясно. Ну, нет, здесь ничего нового нет. Ну и ладно. Мы не так сильно мы и хотели что-либо нового. Это что такое пшеничная печень? Пшеничная печень, по факту, должно вон там находиться. Или нет? Или да? Или подожди. Или я запутался, забыл уже, представляешь, как играть? Я же говорю, я забыл. Я не то, что забыл, как играть. Я забыл, что у нас где должно стоять. И что в планах вообще, где стоять должно было.
Так что, ой, а зачем я еще раз взял? Не знаешь? Я тоже. Нет, темный шоколад там должен стоять. Мне нужны шоколадные печенюхи. Проставляем с тобой сейчас полчасика и делов-то, и все. А потом уже будем ждать реально каких-то сдвигов от разработчика. Когда же он нам соизволит произвести на свет второй этаж в релиз, а не в каких-то там бетках и во всех этих ранних доступах. А потому что это некрасиво. Сказал в мае, значит в мае. А время уже... Какое сегодня число-то, кстати? Сегодня уже, наверное, 3-е. Сегодня 3-е число, а он все еще не это. Он все еще каких-то этого... Каких-то хренов ждет, не выпускает, представляешь? Некрасиво, некрасиво. Ладно, бросим вот сюда. Орехи. Орехи, как вы... Орехи вот сюда поставим. Вот сюда. Almonds. А что за almonds? На арахис похоже. Нет, не арахис, это миндаль. Миндали. Угу. Миндали, говорит. Так. Так. Ну что? Не хочет ставиться. Ну что ж ты будешь делать? Поровней хочу поставить. Вот сюда вот. Молодец. Хорошо. Сейчас я поровней немножко, а то я тоже криво сижу. А, часть розы. Мы, наверное, в тот раз с тобой накупили, я честно не помню уже. Накупили, ни хрена не расставили, потому что серия, наверное, вышла очень-очень длинной. И я закончил серию, а больше-то я с тобой ничего не делал здесь. Правильно? Вот так вот и происходит обычно. Заправка для салата. Ну, заправку для салата давай сюда наставим. Почему нет? Не знаю, к чему она здесь вообще вот нужна, но правильнее, наверное, было бы ее поставить на тот стеллаж, где масло. Ну, потому что. Ну, потому что масло тоже можно маслом заправлять. Салаты. Ну, мы наставили сюда, поэтому ничего страшного в этом нет. Давай, сейчас еще раз, вообще 50. А, тут что-то прям как-то не так все. Растительное масло. Масло для фритюры, говяжий бульон. Растительное масло СЛЭ ЧМКТРМН. Куриный бульон. Это говяжий куриный, твой налево. Галлон молока. Апельсиновый сок. Мясо-то сколько. Слушай, у меня там покупают. 34 косаря, ошалеть. Кто бы знал, что у меня столько денег будет сейчас. Вот этого стола явно для электроники всей не хватит. У нас сейчас в планах, наверное, с тобой купить консольку, которую новую добавили. И, естественно, как называется, ну и геймпады к ней. А вот когда второй этаж добавят, мы с тобой будем второй этаж под электронику полностью переделывать. Ну, потому что здесь можно будет поставить этот большой холодильник вот сюда вот. Хотя, хрен его знает, куда поставить можно. Ну, что-нибудь можно придумать, наверное, будет. Когда места побольше будет, всяко проще станет нам с тобой. А то пока что это все очень-очень-очень грустно. Я думаю, что будем расставлять вот так вот где-то, да? Чаи с розой подождут. Нет, мне надо вот отсюда. Вот отсюда. Нет, не поместится. Я уже расстроен. Давай ставить тогда вот сюда. Дарк Чоколати. Дарк Чоколати поставим вниз. Естественно, вот сюда. Угу. И вот сюда вот. Вот так вот. У нас все как по маслу сейчас пойдет. Торговля и так идет. Знаешь, здесь у нас больше в целом, в этом режиме X10, в целом больше упор идет на именно на раскладывание. Мы не беспокоимся о прибыли. В любом случае, прибыль будет, и как бы мы знаем прекрасно, что она будет достаточной, чтобы купить все, что необходимо. Просто с одного товара можно целый ящик этих товаров купить. Понимаешь, здесь нет такой Да почему такие огромные эти-то хоть, как их называют, коробки-то? А откуда мне место столько взять для этих коробок? Ребят, кто придумал такие огроменные коробульки брать, коробульки делать? Ну, давай будет стоять это все дело вот здесь. Не знаю, почему именно здесь, но, видимо, так оно и нужно. Пшеничные печенюхи отложим вон туда, пойдем лестницу, которая очень много раз нас подводила.
Ой. Главное, чтобы ничего она не схватила с стеллажа. А то я совсем разозлюсь и не буду ей никогда больше пользоваться. Вот это, блядь, поворот. Взяли электричество, выключили, представляешь? Ну это вообще не дело. У меня автоплатеж стоит. Почему они заранее не берут деньги, чтобы мне вот такие ситуации не ставить? Клиентура же подумает, что у меня денег нет. Клиентура подумает, что я наглый, жирный мужик, который лишь в свою угоду работает. То есть обманывает местный народ. Обманывает людей, делает огромные наценки. И все хапает себе в карман. Даже за электричество заплатить нечем. Отключили электричество, взял в долг, заплатил за электричество. Потому что, ну серьезно, как это еще можно расценить? Электричество выключили, потом хренак включили. Это что? Явно на перебой никак не это. Нельзя сослаться. Ну-ка, давай, мужик. Молодец. 3000. 3000, слушай, деньжище-то мы поднимаем только в путь. Сейчас водички махнут прям. Угу. Красота. Неописуемая. Пшеничных печенюх я не знаю, куда девать. Моющее средство — это вот эта вот шляпа огроменная, да? Да. Ну-ка. Спасибо большое разработчику, который сделал эту игру, за быстрое вращение товаров. Жаль, конечно, что не... как это называется? Не как в House Flipper под... ну, по вот этим диагоналям крутит он. То есть вот 4 всего положения, может быть, которых. То есть Shift нажал, ровно направо, назад, там и влево. Ну, короче, вот ты понял, да, как это выглядеть должно? Не знаю, как это описать. Вот, вот это было бы гораздо лучше. Это гораздо будет полезнее, чем тот же самый... то же самое быстрое вращение. Но оно бесполезное. Быстрое вращение, конечно, хорошо. Но... Но хотелось бы, чтобы оно крутилось все-таки по каким-то контрольным точкам. Отличненько, наелся. Нужда. Нужда и гигиена. Теперь не грязь и моча, или как там было написано, а теперь нужда и гигиена, твою мать. Прям как звучит-то зато по-человечески. Теперь не кажется, что мы с тобой какое-то животное, блядь, которое... мочится и грязнеет. Ну-ка. Оставим это здесь. Ну, брось ты. Вот. Что мы делаем с тобой? Мы сейчас с тобой... Опа. Поставим печенюхи вот сюда. Найди ты точку-то эту. Масло для фритюра, растительное масло. Эль. Расставим вот эти вот баночки, скляночки. Поедем, купим... как ее называют? Ну, как они называются? Консольки купим. И пойдем... Поедем на ферму. Потому что можем. Соберем там доход, я так понимаю. Там доход ни хрена не стакается. И поэтому соберем мы доход лишь за один день. За какой-то. Растительное масло S. Вот сюда вот. Да что ты будешь делать-то, ну? Отлично. Масло для фритюра поставим, ну, плюс-минус рядышком, чтобы по тематике хотя бы совпадало. Что там написано? 2,3 литра. Почему не 2? Почему не 2,5? Почему 2,3? Что это за маркетинг тупой, а? Вот что это за тупорылый маркетинг? Почему нельзя сделать нормального объема бутылку? Просто нормального объема. Какого-нибудь ровненького объема. Почему я должен платить за красивую бутылку, а не за объем? И для них же нет проблемы сделать бутылку лишь чуточку меньше или чуточку больше. Они просто тебе говорят, что не, мы не будем продавать тебе 2,5 или 2 литра. Покупай у нас за вот такие вот деньги 2,3. Вообще вот так вот ровно должно было стоять. Но, видать, где-то я завернул не туда, и поэтому поставил так.
Вот, покупай у нас за вот эти деньги, а потом мы вообще тебе снизим этот объем, мать его, за ногу, и оставим те же самые деньги. Вот так и работает маркетинг, если ты не знал. Да, да, да. Я тебе открыл сейчас глаза на жестокую реальность жизни. А, смотрим, что здесь еще-то есть. Галлоны молока и есть апельсиновый сок. Ну давай апельсиновый сок еще разложим. Как, куда бы его поставить? Давай его поставим вот сюда, вот к яйцам. Естественно. Как-нибудь вот так. Там мясо. И как быть? Ну давай к яйцам поставим. Ну а почему нет? Почему нет, блядь? Чё, кто нам запрещает? Галлон молока к молоку. Вон туда. А почему не галлон апельсинового сока, например? Почему, блядь, апельсиновый сок и галлон молока? Они же в одинаковых банках. Они же реально в одинаковых банках. Почему галлон и не галлон? Почему просто не молоко не написать? Наверное, потому что молока много разновидностей, а сока апельсинового нет. Но, возможно, спорить не буду. Взяли денежки, поехали. А где мой спорткар, кстати? Не помнишь, нет? Я вот забыл. Так, здесь есть мой грузовик, а вот спорткары я не вижу. Кстати, а где мой... фонарь? Какой-то он такой сраненький. То ли он был такой, то ли я сейчас стал более придирчивый. Так, здесь ничего нет. Здесь больше ничего не добавили. Ладненько. Panda Play Shop. Отлично. Стоит здесь. Не, поедем на грузовике. Ну, потому что можем. Не добавили сюда больше? Нет, не добавили. Я просто думаю, мало ли добавит все-таки разработчик добавит сюда, как и на обычной машине, вот эти вот шкалы, как называют, с... ну, как они называются, короче, с потребностями машины. У нас есть с тобой 2,5... ой, 42 косарика. И мы не побоимся им воспользоваться. Мы поедем сейчас на ферму, заберем доход. Потом, ну, я так понимаю, машин сюда не добавили больше. Машины у нас все с тобой куплены, и поэтому ехать в авто... Почему опять эти поставили, брикеты эти? Покупать машины мы с тобой не поедем никакие. У нас же все есть уже. Все машины вроде как у нас имеются. Хотя я на ферму собирался в конце, да, съездить-то? Ну это где-то я промахнул. Сейчас за Xbox'ами съездим за этими. 11 тысяч. Серьезно, 11 тысяч у нас с тобой собирается с этой... богадельни, да? Да, 11 тысяч. Кстати, коровки-то у нас не убежали никуда. А я овец покупал? Подожди, я, блядь, покупал овец? Серьезно? Овцы. Кто бы мог подумать, я забыл, что я овец покупал. Ну и ладно. Поехали за приставками и на этом закончим. Сейчас разложим эти приставочки, посмотрим, что к чему. Нравятся мне эти деревья, они такие мягкие, такие прям приятные на ощупь. Мы можем сквозь них ездить, и нам ничего не будет. Нам все по плечу, так сказать. Нам все похрену, похрену нам на эти деревья. Они мягкие, они сквозь них проезжаешь на большой машине. Потому что разработчик решил не добавлять им твердость какую-то. Просто решил текстурки нарисовать, да и ебись оно конем, хоть сказал нам разработчик, и так сойдет. Блин, поднесло меня куда-то. А, где поворот? Поворот где? Карту хочу, мини-карту на... вон, в правом верхнем углу. Почему бы туда ее не добавить? Или хотя бы вот здесь, вот на блатной-то машине, можно было бы налепить... а, как ее называют? Как ее называют-то? Погоди, а... овощной магазин другой совсем стал. Он был большой. Здравствуйте. А у вас что? Сокращение пространства, что ли, или что? Перец, перец, огурец, арбуз, класс. А, нет, нам нужно в электронный магазин. Так, здесь все как было, так и осталось. И здесь у нас все как было, так и не осталось. Мы берем PlayStation. Current price, normal price. Да мне пофигу, сейчас везде на все большие цены. Так что
Че нам переживать, правильно? Правильно. Кстати, мне кажется, это просто четвертая плойка и пятая плойка. Вот и все. Джойстик не очень правильно выглядит, но... Ну, а что ж поделаешь? Что-то коробочки для джойстиков такие маленькие, прям... они не по размеру немножко. А сколько там штук, интересно? 10? Если 10, то реально маленькие. Где она там? Две штучки всего. Зажали положить побольше. Ну, что за люди? Ой-ой-ой. Ой. Это что значит-то? Это они решили изменить машину? То есть туда могу на машине теперь заезжать? Нет, видать, они для правдоподобности заезда туда с тележкой решили добавить это открывание. Потому что, ну, запрыгивать в машину с тележкой товаров, коробок, как-то не круто. Поэтому, видимо, вот так. Погнали в магазин. Посмотрим, что там к чему. Что там? Изменилось, что не изменилось? У нас с тобой 51 тысяча. Можем сейчас пойти и курей купить на эти деньги, но мы такой хренью не будем больше заниматься, потому что мы знаем, к чему это все приводит. А именно ни к чему. О, блядь. А ты что не едешь никуда? Эй! Ну, выйди ты. Отлично. Так. Ну-ка, я нажал же. Чудесно. Чудесно. Слов других не найдешь. Раскладываем, значит, мы эти корабульки, коробушки. И хватит. Ну-ка, вон туда. Угу, угу. Ну, возьми ты ее. Ой, экшон, прям смотри, да, прям из обычной игрушки, простенькой, сделали экшен. Консоль пусть вот тут вот стоит. А чё, она одна, что ли, продается? Да вы чё? Ошарели, что ли, совсем? Серьезно? Ну, это прям вообще никакие рамки. Ну, ладно. Пусть стоит. А на этом мы с тобой давай попрощаемся. Спасибо большое за просмотр. Будем ждать с тобой нормального обновления, полного, с двумя там этажами, хоть с тремя, хоть с четырьмя. Главное, чтобы были дополнительные вот эти площади, на которых можно будет размещать разные холодильники, товары и все подобное. Кстати, телевизора здесь не было раньше. Ну-ка. А, это... Я понял, это как в Бейкери Шоп симуляторе. Но нам не надо. Вот. И в целом, давай сохранимся. Кстати, вот рейтинг магазина... Ну, в принципе, здесь написали, что здесь добавлено. Второй этаж. Серьезно, я что-то пропустил? Подожди, серьезно. Серьезно, ну... Ой, я лоханулся, да? Ну ладно, давай-ка мы с тобой это дело на следующую серию отложим. Скорее всего, завтра будет еще одна серия и будет уже второй этаж. Ну, просто я как-то даже не подумал, что в ноутбуке, блядь, будет покупка второго этажа. Я думал, что его добавят и добавят. А он, оказывается, вот так вот сделан. Ладненько, давай вот теперь сохранимся. И увидимся с тобой в следующей серии. Ставь комментарий, пиши лайки. И обязательно делись видео с друзьями. До встречи в новых сериях. В новой серии это точно. В новых видео. И пока.